Привет, чуваки! Приветствую вас на канале Santey Gameplay. С вами я, Santey. Продолжаем мы рубиться в Watch Dogs 2. Сейчас я покажу вам, где находится весь секретный транспорт в игре. Ну чё, как? Первая машина — это вот этот микроавтобус, ну, разукрашенный. Ну, да. Стоит он вот тут во дворе. Вот оно, это место на карте. Ага. Давайте его спиздим. О, нет. Доска для серфинга, смотрю, сверху. Он же кого-нибудь убьет. Вот же, блин. Конечно, в управлении он не кокосовый, я вам скажу. Вторая уникальная тачка находится вот здесь вот. Спрятана за бочками. Это машина по ходу по перевозке ядерных отходов. Находится она на острове Ердабуэна. Третья секретная тачка — это вот эта спортяга. Находится она вот здесь, вот это место на карте, недалеко от маяка Пайнт Бонита, где мы селфи делали. Давайте ее спиздим. Четвертая тачка находится вот в этом здании. Вот оно, это место на карте. Вот в эту дырку запускаем велджампер в вентиляцию. Взламываем машину. Давай назад, отъезжай. И взламываем панельку. Все, гараж открыт. Доступ есть. Такая прикольная машинка на вид. Я вам скажу, даже очень прикольная. Отличная машинка. Следующая секретная тачка, точнее секретный скутер, находится вот в этом месте. Там вот ходит робот. Не
Ничего нового. Предлагаю взломать робота. Берем тачку и сваливаем. Конечно, дресня жуткая. А что тут на нем нарисовано? Интересно. Лошадка. Шестая тачка находится... вот в том вот контейнере наверху. Как же ж, блять, ее достать? Попробовать на кран залезть. Что я лестницы даже не вижу ни хера. А, вот и все. С. Вперед. Стоять, куда ты, блин? Да, кстати, не забудьте прокачать управление транспортом, иначе нихера не получится. А ну-ка, тест-драйв. Не, ну чё, неплохая такая машинка. Маневренная тоже. Седьмая тачка. Вон он какой-то джип стоит. Вот это место на карте. Вот тут вот. Как же ж её спиздить? Да как взломать? Ага, вон есть погрузчик, я вижу. Надо искать! Я сообщу полиции, пусть они займутся. Так, теперь подымем вверх. Не хочет перепрыгивать. Во! Все. Тачка добавилась в меню. Выезжать отсюда не обязательно. Ну, в принципе, если выехать, то взломаем сразу эту панельку. Это были все 7 уникальных машин в Watch Dogs 2. С вами был я, Сантей. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосы, пишите комменты. Всем до новых встреч!